Еще один! Ёханы насрал! Я чуть не обосрался! Я подумал, это скример какой-то нам! Ё-моё! Артмастер, самые различные летсплеи по самым интересным играм ты сможешь найти только тут. Примеры, конечно, Bioshock Infinity, This Police, YouTuber's Life и многие другие игры. Но что самое главное, он выпускает очень длительные ролики, поэтому заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, ребята, сегодня вместе с вами мы возвращаемся в мир покемонов, а именно, ребята, 7-й сезон, и это новая серия, ребята, потому что на предыдущей мы с вами смогли набрать больше, чем 7000 лайков, и, ребята, каждую серию я вам говорю, если мы набираем на этой серии 7000 лайков прямо сейчас, то новая серия Пиксельмонов выходит завтра, не через 3 дня, не через неделю, не через месяц, а завтра. Поэтому, ребята, когда выйдет новая серия Пиксельмона, зависит только от вас. Все, что я прошу, это просто поставить лайк, ребята. Набираем вместе с вами 7000 лайков прямо сейчас на вот этой серии. Завтра выходит новая, ребята, запомните вот это. И также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями. Чем больше людей придет, чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Я еще раз, ребята, повторюсь. И также пишите что-то интересное. Пишите различные факты о вас, обо мне, о покемонах. Задавайте различные вопросы в комментариях. На самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. А сейчас, ребята, мы будем приступать к самой серии. И... ребята, в этой серии мы будем подготавливаться и, может, опять пойдем сразимся с Геннадием, потому что он, если честно, меня уже офигеть как заколебал. Но знаете что, ребята, в каждой серии Пиксельмона я говорю, чтобы вы подписывались на мою страницу ВКонтакте. Сразу первая ссылка в описании, ребята. Заходите, добавляйте меня в друзья. Я добавлю по возможности всех, я добавляю только активных подписчиков ВКонтакте, кто заходит на мою страницу, ставит лайки, комментирует фото и многое другое, делает репосты, ребята. Потому что, кто не знает, ВКонтакте есть лимит друзей и, к сожалению, я не могу каждого добавить. Но, ребята, заходите, подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, я еще раз повторюсь, первая ссылочка в описании, просто пойдите немного вниз и там, ребята, посмотрите и увидите. Да, а сейчас, ребята, нам нужно прокачать Тортеру как можно больше. И знаете что? А я, наверное, также сделаю эту серию очень длинной, потому что, как я заметил, вам понравились длинные серии. Многие писали, чтобы, да, Эдисон, делай лучше 30-минутные серии, даже больше, чем 30 минут, чем нежели там 13-14-минутные серии, ребята. Поэтому я для вас постараюсь, действительно постараюсь сделать как можно больше и дольше серий по Пиксельмону, ребята. Прямо сейчас, кто не видел предыдущую серию, пожалуйста, ребята, пойдите в комментарии и напишите, кстати, знаете что, давайте я возьму Чаризарда на всякий случай, чтобы просто летать, потому что мы так будем передвигаться очень медленно. Ребята, ну, ты будешь грузиться. Вот. Ребят, действительно, пойдите в комментарии и напишите, пожалуйста, хотите ли вы видеть длинные серии с модом Пиксельмон, чтобы серии были около 30-40 минут. Я не знаю, будет ли вам интересно смотреть такие нафиг длинные серии. Если да, я действительно специально для вас их буду делать, ребята, если вы, конечно, хотите. А сейчас я там вижу райдошек, которые где-то так 45 уровни, 50 уровни. Я их сейчас завалю. Постараюсь хотя бы завалить, потому что Тортеру нам нужно офигеть как прокачать. Прям офигеть. Я уже запарился проигрывать этому Геннадию. Я ему проиграл уже стак алмазов и стак изумрудов. Это какая-то жопа, честно. Мы так скоро бомжами станем, потому что Геннадий просто нас, ну, заберет у нас. Заберет, ребята, у нас все наши сокровища, потому что... Я не знаю, какой раз я им уже проиграю. Там, кстати, кто у нас? Нет, это не Райдоша, это предыдущая его эволюция. Нам, ребята, нужно качаться. Кто не помнит, в предыдущей серии у нас заспавнился легендарный покемон в океане. Это, по идее, был Кьогр, да? Но я не смог его, мало ли то, что не найти. Я бы даже, если его нашел, то я бы не смог его словить, потому что попросту у меня не было... Попросту у меня не было мастербола. У меня вообще болов не было, если честно. Поэтому это очень плохо. Так. А вот эти темки, если честно, можете себе там в задницу так немного засунуть, те, кто их туда поставил. Потому что, если честно, они мне нафиг не нужны. Нафиг не сдались, нафиг не нужны. Мне нужен мастербол. Пожалуйста, мастербольчик. Такой маленький-маленький мастербольчик. Это что это такое? Это просто мастербольчик, самый ценный бол в самом Пиксельмоне, в самом мире покемонов, да. Поэтому всего лишь, что мне нужно. Кстати, кто это у нас тут такой летает? Я могу в тебя попасть? Нет, не попал. Не попал, но сейчас попаду. Так, самурод. Самурод нормально. Самурод, сейчас Тортера. А ну, Тортера. Тортера, сможешь ли ты его захреначить? Да, да. Лучше бы я не спрашивал.
Ни хрена себе! Так, чё-то мне кажется, то, что даже Чаризард... Нет, Чаризард справится 100%. Да, ну, Чаризард справится... О, кстати, смотри, что я, ребята, нашел. Прям возле нас спрятанный Покелут, с которого выпал Волт Свич. Ну, уже такая темка получше будет, уже получше, чем предыдущий, но все же, ребята, честно, хотелось бы видеть что-то другое, а не только вот эти темпы. Кстати, чувачина, ты какой уровень? Ты 4-й. Ну, такое. Сразиться можно. 700 опыта, смотрите, сколько еще сейчас выпадет. Еще где-то 700, 500. Ну, в сумме мы получим где-то 2000 опыта, я надеюсь. Да, даже больше, чем 2000. Как видите, мы уже, ребята, даже апнули один уровень. Поэтому есть смысл убивать вот этих тренеров. Плюс тому, с тренера выпадает бабло. С помощью бабла мы, наверное, что-то сможем потом себе купить в различных магазинах. Только, если честно, я там смотрел, там вообще ни хрена нормального не продается. Только сплошной хлам. Поэтому не знаю, ребята. Оникс! А ну стоять! Какой уровень? 28-й. Ладно, гуляй, не буду тебя трогать. Ладно, гуляй, нафиг ты мне сдался. Я лучше пойду и найду каких-то покемонов получше. В какую сторону бы нам полететь, чтобы найти что-то новенькое? Тут мы уже были, там мы уже были. Вот, наверное, в ту сторону, ребята, полетим, потому что нам нужно прокачать Тортеру. Тортеру, ни хрена себе. Тортики какие-то. Значит, мы уже тут побывали, и не раз. Раз тут уже вот эти лаки-блоки мы пооткрывали. В принципе, значит, тут ничего нового не будет, потому что мы уже тут все нашли, как видите. Вот тут Lucky Block один был, но мы его уже открыли. Поэтому, ребята, нам и нужно открывать новые территории там, где еще мы не были. Мы сможем находить покелуты, мы сможем находить какие-то новые места, допустим, новые алтари, где могут заспавиться легенды. И, конечно же... Конечно же, лаки-блоки, ребята. А с лаки-блоков вы знаете то, что выпадает что угодно. Вот те же кучи алмазов, еще раз, ребята, алмазов. Которые мы, к сожалению, прокакали на Геннадия, заразу вот эту. Кстати, Пунита. Даже не Пунита, а Рапидаш. Нету смысла сражаться с Рапидашем Тортерой, потому что она его закукошит с одного удара. Потому что огненный покемон против Травяного, конечно, это очень большая фигня. Но зато! Самуврод! Самуврод справится, даже отлично. Самуврод, давай еще раз. 900 опыта, 1200 опыта, нормально, в принципе. Давай еще раз. Самуврота нам тоже нужно бы прокачать. Нормально? Да, нормально. Ребят, давайте будем лететь дальше. Постараемся найти еще что-то. Опа-на! Стоять. Что это у нас? Опа. Так. Кто это был? А ну... Нет, да. Я, если бы честно, даже если бы хотел его словить, я бы просто-напросто не смог, потому что я еще раз потратил, покеболов у нас нету. А я знаю, где мы сможем сейчас достать покеболы. Ребята, вы помните то, что я говорил в предыдущей серии, кто смотрел ее, конечно, то, что я хочу сделать механическую, мать его, наковальню. А ее можно сделать только с помощью, если мы, конечно, найдем один слайм, не блок, а просто один слайм. Один слайм можно найти вроде в болоте, если я не ошибаюсь, да? Вроде в болоте. Поэтому, ребята, нам сейчас нужно отправиться в болото и посмотреть, сможем ли мы там кого-то найти, с кого-то выпадет один слайм, вообще предмет, да, то есть липкость вот эта, жидкость, или что это вообще такое, слюни, сопли, неважно, ребята, нам нужно отправиться на болото, я просмотрю, есть ли тут какие-то новые биомы. Пожалуйста, нам бы еще один глиняный биом, я был бы рад, потому что... В нашем предыдущем глиняном биоме мы, к сожалению, не смогли найти алтарь с Волтресом. А в новом, возможно, сможем найти. Орб! Дайте нам орб нафиг! С помощью орба, ребята, это вообще офигеть, как будет круто, если мы сможем найти орб. Вот честно. Опа, Снорлакс. Потому что если мы найдем орб, мы сможем в первую очередь его эволюционировать в электрический орб. Да. И с помощью электрического орба заспавить нашего первого легендарного покемона, это Забдуса. Опа-на! Так, Тортера, сможешь ли ты убить вот этого толстячка? Да, не очень. Не очень так, я вижу то, что он действительно такой... Ни хрена себе сильненький. Офигеть. Только не говори то, что... Не, какие? Самоврот вообще тут все порешает. Так, Херасос у нас тут есть. Ты какой уровень? Полицей! А, ну стоит, какой уровень? 21-й. Хрень. Ты какой уровень? 9-й. Хрень, зато Херасос большой уровень. А ну стоять. Херасос. Так, а мы его, как я помню, очень слабенько бьем. Но, в принципе, справимся, если что, да? Я надеюсь. Да, справимся. Да, в принципе, мы еще лечиться сможем очень так хреновенько с этой атакой. Но все же, ребята, она немного так решает. Так, ты кой, ты, мы тебя уже смотрели. 6-й уровень, фигня. Ты кой, 9-й, да, или какой там тоже фигня.
13-й фигня. Что-то, ребята, вы тут какие-то очень непрокачанные, и это очень плохо. Так, давайте вот это все очистим. Это все выкинем, что нам сейчас не нужно. Это все вот сюда, чтобы просто-напросто был немного так почищен инвентарь. Черезард, попробуй что-то найти. Пожалуйста, херососы. Херососы, много херососов и лаки-блок. Ёмана. Так, а ну стоять. Что-то, пожалуйста, нормальное. Пожалуйста. Опа, опа, опа. Что выпало? А, вот лаки поушены. Мы их, конечно же, ребята, откроем только чуть позже. Давайте мы сейчас пойдем поспим, топяхнемся домой. Выспимся в нашей тепленькой кроватке, которая находится на втором этаже нашей башни. Да? Не ошибся? Не ошибся? Поспим, ребята, и пойдем дальше прокачивать нашу тортеру. Нужно как минимум 53 уровень, потому что... о, кстати, гипно, здрасте. Так, через окошко сразу выпрыгнем, потому что... у Геннадия покемоны такого же уровня, как и наш первый покемон. А наш первый покемон это... Не. Какой у нас максимального уровня покемона? Максимального у нас 53-й, это сам урод. Поэтому у Геннадия будут тоже такие 53-й уровни. А Тортера у нас только 46-й, поэтому нужно ее прокачать как можно больше. Так, ну что, ребята, Lucky Potion. Да. Два Lucky Potion и два не Lucky... И 8 не Lucky Potion. Как-то не очень хорошо. Так. Опыт. Ну, не скажу то, что опыт мне, в принципе, очень нужен. Дождик, дождик, дождик. Уйди, пожалуйста. Вот сейчас, пожалуйста, уйди. Так, не лаки поушены. Мне кажется, фиговая... так, сейчас. Мне кажется, это очень плохая идея спавнить не лаки поушены возле нашего дома. Хрен его знает, что тут может произойти. Поэтому, ребята, давайте-ка мы лучше отойдем подальше и завалим вот этого магмара, который не прям такой большой уровень. Но все же убить мы его сможем. Пожалуйста. Пожалуйста. Зашибись. 500 опыта. И, в принципе, мы еще прокачали также один уровень. Поэтому, ребята, пойдем. Куда бы нам пойти и где бы нам прокачать Тортеру? Куда, ребята? В новые территории куда-то, в новые миры. Вот тут мы уже были, вот тут мы уже были. Значит, давайте, ребята, куда-то вот сюда, мне кажется. Вот давайте вот тут. Давайте, я почему-то хочу продолжить вот тут. Минус 709, 75, минус 1146. Пожалуйста, только не в земле застрянь. Вот, нормально. Ну что, ребята, давайте пооткрываем вот эти пушины. Так, нифига нормального. Тоже нифига нормального. Ну, такое, не очень нам нужное. И тут тоже нифига нормального. Ага, да, засунь себе в жопу вот это. Вот хорошо, что я не кидал вот это возле дома. Потому что, как видите, мы бы уже воронку вот такую сделали. Так, тоже нифига. И опять, ну, как бы видите, возле дома у нас бы такая хрень уже появилась, и было бы вообще не круто. Не круто. Черезардушка, выручай нас, дружище, в какую сторону нам лететь? Правильно, правильно, в эту сторону, пожалуйста. Лаки-блоки, поки-луты, большие уровни покемонов, хоть что ли? Или что еще лучше? Еще лучше. Поки, ну, боссы и шайни, хотя шайни нет, шайни лучше не нужно, потому что у нас просто-напросто нету... А, нет, а куда? Мы на болото хотели пойти, я только сейчас вспомнил. У меня склероз, ребята, склероз. Не обращайте внимания, это уже возраст, ребята. 21 год, это уже возраст. Кстати, у меня недавно был день рождения, я, кстати, вам не говорил даже на ютубе, то есть видео я вам не говорил, потому что, кто не знает, мы с пацанами пошли в Москву, поехали в Москву где-то на 11 дней, там, с Жекой, с Игорем. И мы записали много видео наперед, и уже в 20-х числах, то есть 20 июля, меня уже не было дома. Поэтому мы справляли мой день рождения 22 июля в Москве, это было, да? Поэтому, ребята, я даже как-то не задумался, чтобы наперед там записать через там, офигеть, какое большое количество роликов, то, чтобы я сказал, допустим, у меня там день рождения, да, ребята, там какой-то стрим сделать, или какое-то праздничное видео, ребята, просто нет, потому что, как я уже сказал, меня даже дома не было. Но все же, ребята, мы, кстати, будем еще раз ехать в Москву. Вот прям если разговор о Москве пошел. Мы, ребята, еще раз встретимся в Москве. Я надеюсь, искренне надеюсь, на Игромире. Кто не знает, Игромир будет проходить в конце сентября. Это будет где-то первый день, вроде будет 29 сентября. Я надеюсь, ребята, то, что мы там с ними опять встретимся с пацанами. Если хотите, тоже можете приезжать на Игромир в Москву, пофоткаться с нами. Ну, вряд ли с нами, потому что там еще будет офигеть, как много других ютуберов, блогеров, там Ивангай и все остальные. Но все же, ребята, мы будем рады вас увидеть. Так, мне кажется, тут больше нечего ловить, поэтому давайте, ребята, мы тпхнемся действительно на болото, которое нам сейчас очень нужно. Где бы его найти нафиг? Болото! Где-то оно было! О, вот, 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 в
туда, нет, не туда, чёрт, я вообще не туда пошёл. Так, давайте домой, быстренько домой, чтобы просто-напросто не утопиться. И вот болото, давайте вот сюда. 680, 75, 860. Тут, в принципе, по идее, должны быть большого уровня покемоны, я надеюсь, да? С которых выпадет нам слайм. Слайм, да? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, дайте нам что-то. Я хочу скрафтить себе механическую наковальню и порадовать свою ленивую жопу, чтобы больше не делать покеболы вручную, а делать их с помощью наковальни. Я только не помню, с кого выпадает вот эта фигня. Наверное, там с кофингов, с маков. Только мне кажется, их сейчас тут не очень так много. Кто там у нас? Это бро, слоуброши, слоупоки, но никого нормального. Кофинги, как я знаю или не знаю, вроде спавнятся ночью. Опа, ты еще кто такой? Ты еще кто такой? Нифига себе, а ну иди сюда, а ну иди сюда. Я надеюсь, то, что я смогу его убить. Ни хрена себе, с одного удара, 1200 опыта. О, Анжелка, Анжела нафиг, здрасте, мордасти. Как я соскучился. Дайте нам, пожалуйста, пожалуйста, дайте нам слайм. Нет, ни хрена она нам не дала. Анжелка нам не дала. Опа, опа, и потопали. Мне всегда кажется то, что вот эти слайм вещички, ну, в смысле, предмет, да? Я не знаю, как это называется. Это слайм называется, нафиг. Слайм. Слайм, да. Слаймбол. Да. Я просто, ребята, думал, называю ли я правильно, вообще-то меня еще зачмырят там в комментариях, мол, это не слайм, я не знаю, вообще с ума сошел, какой нафиг слайм, ты ее неправильно называешь и что-то такое, да? Все же это, ребята, так называется, поэтому я надеюсь то, что мы сможем его выбить. Да, сможем, сможем. Он реально, наверное, падает только с кофингов, маков, которые спавнятся ночью. Пожалуйста, пожалуйста, дайте нам вылечиться. Покехил. Так, Голдак, 37 уровень, сможем ли мы его запинать? Я сказал, сможем ли мы его запинать? Ох ты, конечно сможем, Вупер. И Виппинбл, 24-й, такая себе, такой себе покемончик, такой себе покемончик. Сейчас нам не очень нужен, и мы, ребята, наверное, сюда вернемся ночью. А пока, ночь еще не наступила, мы можем тут погулять. Тут же, по идее, должны быть, опа, что за летающий нафиг покебол какой-то. О, да, покемон сам на меня напал и сам мне подарил 3 слаймбола. А если честно, если бы он на меня сейчас сам не напал, то я бы не додумался на него напасть, и мы бы также тут гуляли, гуляли. Я бы никакие просто слаймболы не нашел. Не нашел бы, потому что, я не знаю, я бы ждал, если честно, каких-то там кофингов и маков, да? Но все же. Так, мак, вот мак. Давайте, ребята, мы его зафигачим. Я надеюсь, что мы сможем его зафигачить. Давайте вылечимся. Во! Прям, зашибись, какой хил! Давайте еще раз. Ну, пожалуйста, ну, пни ты его! Давай! Ну, давайте вылечимся, потому что если нет, то Тайра точно сдохнет. Давай. Зашибись, тысяча опыта. Просто офигеть. Опа. Опа-на! Лаки-блок там у нас есть. Это то, что нам, в принципе, очень так пригодится вот сейчас. Давай, 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 давай. Лаки-блок. И он, как я знаю, действительно счастливый. Опа-на! И шо это такое? И шо это такое? Давайте сначала откроем вот этот покелут. Опа. Хил какая-то выпала. И шо это такое, мне интересно? Это реально с какого-то поке, точнее, с лаки-блока выпала вот эта хрень. Я даже не знаю, что это такое, что там внутри может быть. Еще один! Ёханы насрал! Я чуть не обосрался! Я подумал, это скример какой-то нам. Ё-моё! Офигеть просто! Вот меня напугали реально. Тут еще звук фейерверка, я чуть не обосрался. Но зато мы себе вернули так, ну, немного алмазов, немного изумруда. Нормально, нормально. Не жалею то, что мы пошли на вот это болото, потому что оно реально полезное, да. Охренеть, еще скример какой-то, мать ее. Так, опа. Опа-на, поливирл. Иди-ка ты сюда. Какой нормальный уровень. Отличное болото. Тут оно, в принципе, очень такое большое. И тут спавнится действительно много покемонов. И крутых покемонов. Поэтому, ребята, если что, мы можем сюда еще вернуться. Но больше тут никого нету. Но зато, смотрите, реально, какое большое болото. Но еще до сюда, ребята, доходит. Опа! Опа! И Тортера уже 48 уровень. Не знаю, сможем ли мы ее прокачать к 50-му в этой серии. Я, ребята, к
следующей серии и постараюсь ей прокачать еще как минимум 2 уровня. О! Чтобы выкинуть, вот это выкинем, чтобы не мешало, и возьмем вот это. Зашибись. Я действительно прокачаю, ребята, еще где-то 2 уровня, чтобы вас просто не томить, и чтобы быстрее приступить к сражению с нашим Геннадием в очередной раз. Я надеюсь, что я действительно уже сейчас не проиграю, а выиграю! Хотелось бы, честно. Так, больше тут ничего нету. Нету ни лаки-блока, ни покелута. Ну, пожалуйста, ну еще один, ну, пожалуйста. Ну, что-то заспамьте. Ребята, если вы увидите, как я уже миллион раз вам говорил, если вы увидите какой-то покелут на земле или лаки-блок на земле, который я почему-то не замечу, потому что я иногда бываю слепошарым, то, ребята, сразу бегите в комментарии и пишите, на какой секунде вы заметили вот этот покелут или лаки-блок. Я, конечно же, потом туда вернусь в следующей серии и скажу вам большое спасибо за то, что вы реально внимательные, да? А я не смог эту фигню заметить. Так, как я вижу, тут больше никого нету, поэтому, ребята, давайте возвращаемся домой и сейчас приступим к крафту механической наковальни. Да, я надеюсь, что я смогу ее все же сделать, если бы я, конечно, помнил крафт, было бы прям супер-пупер, но сейчас что-то придумаем, ребят. Сейчас что-то придумаем, давайте, нет, вот это сюда выложим, быстренько пойдем сюда, выложим весь хлам. Ну что, ребята, вот я разложил это все по сундукам, и давайте, ребята, приступим к крафту самой механической наковальни и посмотрим, получится ли она, и помню ли я хорошенько ее рецепт. Так, нам нужно кобблстон, нам нужно немного дерева, которое мы можем взять вот тут. А, нет, у нас, в принципе, одно есть, поэтому не нужно брать. Нам нужно одно железо. А нет, нам же нужно 2 скрафтить, если я не ошибаюсь. Ребят, сейчас разберемся. И давайте мы возьмем еще немного редстоуна. Так, если я хорошенько помню, то поршень крафтится как-то вот так, да. Один. Нам еще один нужен, по идее. Сейчас мы крафтим сразу липкий. Сейчас крафтим, ребята, обычный, который крафтится так же. Сейчас это сюда. Зашибись. Сейчас нам нужно... Немного заборчика, да? Как он крафтится? Если бы я помнил, как еще заборчик крафтится нафиг, а? Как он крафтится? Нет. Да, вот так, зашибись. Сейчас нам нужно поставить это сюда и это... Или местами поменять. Ага, значит, уже что-то поменялось. Раньше был такой рецепт, я помню, это идеально. Но сейчас, ребята, что-то поменялось. И интересно, что... Вспомнил что? Да, вспомнил. Вместо обычного поршня нам нужна печка. Ну как вспомнил? Зашел просто в Google и посмотрел. Вот так я вспомнил. Ну все, ребята, просто смотрите, как это дело делается. Вот так. Механическая, мать его, наковальня. Офигеть просто. Сейчас вот этот весь хлам можно выложить вот сюда. Я надеюсь, что мы сможем его выложить вот так. Потом, ребят, потом это все будем чистить. Не забивайте себе мозги. Я, конечно, потом это все почищу. Когда-то почищу. А сейчас, ребята, смотрите, как это дело все делается. Берем априконы, вот эти, и вот эти. И также вот эти. Да. И, в принципе, все можно взять. Все априконы можно взять. Но нам нужно их пережарить, мать ее. И нужно нам пойти куда? Вход в шахту, которую я строил на стримах. Ребята, может потом в стримы я верну, не знаю, посмотрим. Ох ты, ни хрена себе, сколько у нас тут хапчика, если честно, даже не помнил. Это поставим вот сюда жариться, это поставим вот сюда. У нас, кстати, как видите, офигенные алмазные печки, потому что, как вы знаете, у нас было дофига алмазов, пока я их не просрал Геннадию, но все же, ребята. Как у нас будет крафтиться покебол? Дайте я вам просто пример покажу. А нам нужно две вот этих, две черных, значит, давайте заберем быстренько. Вот так. Как у нас крафтится, ребята, ультраболы? Вот так. Ну, допустим, 5, да? И механическую наковальню, ну, пока поставим куда-то вот сюда, потом я ее поменяю местом. Она просто очень шумная. Ставим вот сюда наши ультрабол диски, которые еще не готовые, чтобы каждый раз... Вот смотрите, как они работают обычным способом. Нам нужно поставить их на специальную наковальню, взять специальный молоток, бить этим молотком по покеболу, и как видите, с обычного сплющенного у нас получается нормальный, с помощью которого мы можем скрафтить какие-то вещички. Ну, в смысле, скрафтить полноценные покеболы. И эта механическая наковальня будет работать за нас. Давайте мы быстренько отправимся домой еще раз. Отправимся домой, где у нас есть уголечек. 35 штук, не очень так много, но все же.
И нам нужно еще взять немного железа. Стак. Стак железа, мне кажется, сойдет. Опа, вот так. Отправляемся, ребята, еще раз вход в шахту. Что у нас тут жарится? Жарится, пережаривается. Зашибись, пускай. Мы пока пойдем вот сюда, поместим сюда. И как видите, давайте посмотрим. А уже звука нету. Раньше такой назойлив... А, нет, есть. Не успел я завершить свою речь. Как видите, звук есть. Шейдермена, конечно, выглядит как будто какая-то наркомания. Но все же, ребят, как видите, действительно это работает. Хоть очень долго, но мы сможем потом скрафтить еще одну такую, еще одну такую, еще одну такую. И просто сидеть, наслаждаться, как покебол. Смотрите, даже какая анимация есть. Офигеть, оно типа выходит неполноценный вот этот кусочек покебола, а потом его, пум, фигачит, смотрите. Пум, и типа расширивает его, офигеть, круто выглядит. Просто офигеть. И, как видите, ребята, зашибись, просто зашибись. Давайте, ребята, сейчас знаете, что сделаем? 64, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Вот так, 65 штучек для покебола, вот так. Это будет, ребята, офигеть как долго, я не знаю, сколько тут нужно будет сидеть, чтобы это все переделалось, но будем ждать, конечно, не сейчас, а потом, но все же, ребята, тут у нас уже все готово, тут у нас тоже все готово, тут у нас тоже все готово, и тут у нас тоже практически уже все готово. И давай еще один, и еще один, зашибись. Сейчас, ребята, берем вот так, вот так, вот так. И у нас есть еще 13. Конечно, не так-то много покеболов, ультраболов, как хотелось бы. Но все же, ребята, нормально. Сойдет. Сойдет, как я сказал. Да. А сейчас давайте быстренько пойдем домой. Дом 2. Никак я не поменяю вот это название. Да. Подремаем. Надеемся, то, что и дождик пройдет. Будет замечательное утро. И пойдем еще тортери прокачаем где-то один уровень. Потому что времени у нас уже осталось, честно, очень мало. Очень-очень-очень мало. А пойдем мы... Пойдем, я бы сейчас полетал, если честно. Хоть так, немного. Немного бы так полетал. Но давайте мы пойдем в гильдийный биом, потому что у нас там могут заспавиться... Кто? Много кого. Да, много кого. Я не знаю, кто, но кто-то да заспавится. Я надеюсь, в принципе, на вот это. Вот это давайте выкинем. Лишний, мы сделали. Потому что 64 нельзя сделать, только 65. Пожалуйста. Райдошики. Дошики... Что там еще есть? Лайроны, агроны. Охренеть, какие большие уровнем покемоны. Прям рэп зачитал. Вы мне очень нужны. Очень. Потому что без вас я вряд ли смогу прокачать Тортеру к 50 уровню в этой серии. Поэтому, пожалуйста, заспавнитесь. Я вас очень прошу. Да нахрена ты мне сдался с 35 уровень-то? А? Зачем? Еще раз спрашиваю. Зачем? Давайте, ребята, отправимся куда-то вот сюда. Никого не вижу. Никого. Да, может нам действительно пойти и поохотиться на какой-то новый биом или на новый глиняный биом, потому что тут мы, ребята, уже исследовали все, что только можно было. Кстати, Солроки у нас, в принципе, должны быть большим, да, очень большой уровень. Очень большой уровень, как я заметил. Да, да, зашибись. Зашибись, больше никого нету. Пожалуйста, еще кто-то. Ну еще кто-то. О, кстати, какой-то у нас уровень тут. Какой-то у нас тут уровень. 38-й. О-о-о-о! Ты нам пригодишься. Так, Роджендролла, как раз, каменные покемоны против травяных, это самое то. Мы немного опыта, конечно, тут получим, как я вижу, но... Тысячки, полторы, две, мне кажется, сможем получить. Уже получили около трех. Уже около трех, ребята, получили. Уже где-то 3,5-4. Кстати, да, мы апнули еще один уровень. Да... О, да, ребята, все же, может, мы сможем прокачаться в этой серии, надеюсь. Но мне тогда кажется, то, что серия будет даже длиннее, чем 30 минут. Это, ребята, охренеть. Полчаса играть в Пиксельмон, вы сумасшедшие нафиг. Вот кому-то реально нравится полчаса смотреть, как я играю в Пиксельмон. Ребята, ладно, 12 минут, ладно, 13, ладно, 15, ладно, в каком-то случае можно даже 20, да? Но не нафиг, больше, чем полчаса даже... 35-40 минут, ребята, вы нафиг сумасшедшие, сумасшедшие, вот реально, вам не скучно, когда я играю полчаса в Пиксельмон, вам действительно хочется вот это смотреть, если да, то я буду для вас выпускать серии, которые будут длиться больше, чем 30 минут, 35-40 минут, ребята, если вы этого хотите, пожалуйста, я действительно буду это делать для вас специально, если вам действительно нравятся вот такие длинные нафиг серии, это, конечно, реально какой-то сумасшедший дом, то, что вам это нравится, но все же, ребята, я готов... делать специально для вас. Давайте вылечим покемонов вот так, в этого докторишки.
И пойдем в наш супермаркет. Надеюсь, что там что-то будет. Может. Может, что-то будет. Что? Опять они целуются. А, да, круто. Что я тут могу купить? Тут ни хрена никогда ничего интересного нету. 23 тысячи баксов у нас есть. Я могу купить только лимонад, только водичку, свежую воду, газировку, молочко и какой-то сок. Спасибо. Спасибо за ваши услуги, но идите к чертям. Потому что я все же надеялся, что там будет что-то полезное, а оказалось, что какая-то дичь. Так, языкастые мои друзишки, вы друг друга пинаете, облизываете. Харе, пожалуйста. Дайте нам себя убить! Они... Так, я вижу, они там очень заняты, поэтому, ребята, давайте полетим на поиск каких-то других покемонов. Опа, еще одна деревня. Еще одна деревня у нас тут есть. Бесполезная деревня. Больше тут ничего нет. В каждом супермаркете, в принципе, продается одно и то же, как я заметил. И это очень плохо. Очень плохо то, что разработчики Пиксимона сделали вот такую фигню. То, что в каждом супермаркете одни и те же продукты продаются. Было бы круто, если бы они были разные. То, что с каждым новым нашедшим... То есть с каждым новым появившимся супермаркетом мы бы находили какие-то новые вещички, которые мы бы смогли купить. Опа! Гипер Поушен! Самая лучшая лечилка в Пиксельмоне. Она, в принципе, нам сможет пригодиться, если мы еще раз пойдем на Геннадия. Да, Геннадий! Надеюсь, что он нас слышит, потому что я настроен. В этот раз я настроен серьезно. Да, хотелось бы, конечно, у него выиграть. В третий раз-то выиграть. Капут он меня заколебал. Геннадий, честное слово. Надеюсь, что больше нам никакие Геннадии никогда не появятся. Это был первый и последний раз, что нам попалась вот такая зараза. Хитрая нафиг жопа. Ох ты. Ладно, ребята, знаете что? 30 минут-то, опа, ну ладно, хотел уже заканчивать, но пока что еще нет, Иди-ка ты сюда, что это такое? А, хавчик, а ну иди сюда. Вот, давайте немного картофанчика покушаем. Опа, и полетим, ребята, куда-то в эту сторону, где мы еще, в принципе, не были. Нет, я уже хотел сказать то, что у нас есть покеболы, и если что, кто-то заспанится, мы сможем его словить. Но нет, я только начал их делать, поэтому, ребята, о, они у нас появятся в скором времени. Я надеюсь, что я их все же доделаю. Ни хрена себе, два лаки-блока вместе вот так заспанились. Да, седло. Спасибо, не нужно. Йоха, заряженный крипер. Крипер, уйди. Уйди, ты нам не нужен, спасибо. Спасибо за твое предложение, но я откажусь. Лови в голову. Лови в голову нафиг там кого. Тортеру, ты нам не нужен, спасибо. И спасибо, я откажусь. Но, ребята, реально тут больше никого нет. Вот давайте еще захреначим вот этого поливерла. В прыжке, опа, попал. Снайпер, ребята, да, снайпер. Что еще сказать? 900 опыта. Что-то как-то хреново. Какой там 40 уровень покемона нам дает 900 опыта. Фиговенько, да. И, в принципе, более... Дедуган! Ты у нас случайный тренер покемонов? Не. Я расстроен. Был бы ты тренером, было бы офигенно. О, а вот эти чурки вот там. Какие они уровни? И вообще, это тренер или вот это? Надеюсь, то, что все же... Да, пожалуйста. Пожалуйста. А ну, иди-ка ты сюда. Какой-то там уровень. Полисмен. Нет, это не... Это, ребята, не... Да, твою мать, не тренеры. Вот, белочка. Или кто ты там вообще такая, нафиг. Опа, разочек, опа. Еще раз, и опа, еще раз. 700 опыта. Я говорю, то, что хрень какая-то, нафиг. Что ты так мало опыта там мне даешь, а? Я бы хотел побольше. 700, опа, стоять. Так, X-Speed, да, спасибо. Конечно, очень полезная вещь. Прям очень-очень полезная вещь, но, мне кажется, она мне никогда в жизни не пригодится. Даже в том же сражении с Геннадием. Так, что-то у нас тут тоже есть. Еще одна нафиг ТМ-ка. Как вы заколебали нафиг со своими ТМ-ками, честное слово. Дропните нам, пожалуйста, уже не ТМ-ку, а, наконец-то, орб. Который действительно нам бы пригодился нафиг. Эти темки в сраку нам не сдались. Поэтому, в принципе, мне кажется, больше тут никого нету. Поэтому, ребята, будем на этом заканчивать. Я очень надеюсь, что вам понравилась эта серия. И, как я уже сказал, если вы хотите видеть новую серию, набираем 7000 лайков на вот этой. Я завтра же, ребята, выпускаю новую. Запомните вот это и не поленитесь поставить лайк, если вы хотите видеть новую серию уже прямо завтра. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Дай мне серию закончить. Также, ребята, зовите своих друзей на просмотр этой серии, делитесь этим видео ВКонтакте, скидывайте ссылки. Чем больше людей придет, тем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Да, ребята, также пишите свои идеи в комментариях, какие-то факты,
не знаю, вопрос, ребята, что угодно, на самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. Также подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, как я уже сказал, первая ссылочка в описании. Еще раз, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Кто досмотрел вообще это видео до конца, 35 минут, вы нахрен сумасшедшие! Но за это вам, ребята, большое спасибо, кто продержался 35 минут, потратил 35 минут моей своей жизни на вот это видео. Ребята, вы прям... Охренеть какие. Вы прям охренеть какие. Еще раз, ребята, большое вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.